Всем привет, меня зовут Маша, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет всеми долгожданное видео, это будут книжные полки. И если вы успели заметить, то я разделила это видео на две части, потому что книг стало очень много, и я боюсь, что видео очень затянется. Поэтому, да, давайте начнем. Так, вот так выглядят мои книжные полочки. Как вы можете заметить, количество книг с прошлого раза увеличилось. И да, давайте начнем. Я начну с самой верхней полки. Здесь стоит в основном классическая литература, а также какие-то трилогии и что-то подобное. Итак, как можно заметить, изначально у меня стоит классическая литература, и это «Северная повесть» Паустовского, «Данте Алигьери» — «Божественная комедия», «Толстой» — «Севастопольские рассказы», «Два гусара» и «Казаки», Гоголь — «Мертвые души», Грибоедов — «Горе от ума», а также еще некоторые пьесы, Евгений Онегин — «Пушкина», Мольер — «Мещанин во дворянстве», Бедная Лиза — «Карамзина», Эсхил — «Прикованный Прометей». Две книги в таком не очень интересном оформлении. Это «Недрсель фон Визин» и «Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву». Далее идут книги в бумажном переплете. Четыре книги оформлений азбуки классики. Это «Колымские рассказы» Шаламова, «Хаджи Мурат» Толстого, «Куприн. Гранатовый браслет», «Шекспир. Ромео и Джульетта». Также две книги классика в кармане. Это опять же «Шекспир. Гамлет», «Достоевский. Петербургские сновидения», «Белые ночи» и «Крокодил». И три книги покетбука. Это «Куприн. Поединок», «Лермонтов. Герой нашего времени», «Гаскел. Крэнфорд». Далее стоят пять книг из серии «Шопоголика» Софи Кинселлы. Это «Тайный мир Шопоголика», «Шопоголик на Манхэттене», «Шопоголик и брачные узы», «Шопоголик и сестра», «Шопоголик и Бэби». Далее здесь стоят книги такие маленькие. Это «Избранная» Вероники Рот, трилогия «Делириум» Лорен Оливер, это сама книга «Делириум», «Пандемониум» и «Реквием». Далее тут стоят книги, это трилогия Рэйчел Хокинс «Проклятая школа», «Демоническое стекло», «Связанное заклятием». Далее стоит «Тахира Мафия, разрушь меня». И три книги «Сумерек» без первой части. Это «Новолуние», «Затмение», «Рассвет». «Счастье без причины. Как добиваться всего, несмотря ни на что». Авторы Шимов и Клайн. Далее «Карнеги. Как заводить друзей и оказывать влияние на людей». И «Суперпамять» Герасим Авшарян. Не знаю, куда их поставить, поэтому они стоят тут так с краешку. Еще раз вам покажу, как выглядит моя полка. Вначале идет классическая литература, потом бумажные, маленькие. Далее на этой полке у меня стоит более такая подростковая литература. И, как правило, это трилогии и просто какие-то как сборники книг. Итак, начну с краешку. Здесь у меня стоит трилогия «Таймлесс». Две первые части. Это «Рубиновая книга», автор Керстингер. И еще одна «Рубиновая книга». Мне хотелось, чтобы они у меня три стояли одинаковые. «Сапфировая книга» и «Изумрудная книга». Далее стоит «Отбор Киры Касс». Здесь всего три ее книги. Это, собственно, сам «Отбор», «Элита» и «Принц и гвардеец». Далее стоят две книги Джеймса Боуэна: «Уличный кот по имени Боб» и «Мир глазами кота Боба». А также пять книг «Папины дочки». Какое-то время я увлекалась сериалом, и вот мне купили книги. И просто вам их покажу быстренько. Я не знаю, они, по-моему, по сериалу написаны, но ничего в них такого особенного нет, поэтому даже не стоит тратить деньги. Далее стоит всеми любимый, всеми известный «Гарри Поттер».
автор Джоан Роулинг. И это книги «Философский камень», «Тайная комната», «Узник Азкабана», «Кубок огня», «Орден Феникса», «Принц полукровка», «Дары смерти». Все, кто еще не читал «Гарри Поттера», обязательно прочитайте, потому что эта серия книг понравится всем, это точно, потому что вот эти книги, они более уже взрослым понравятся, а первая часть и детям придется по душе. И у меня они еще в таком стареньком оформлении. Далее стоят книги, за которыми я очень долго охотилась. Это опять книг Алана Брэдли с очень интересными названиями. «Сладость на корочке пирога», «Сорняк, обвивший сумку палача», «Копченая селедка без горчицы», «О, я от призраков больна» и «Я вещаю из гробницы». Далее стоят книги Мефодия Буслаева, которым я зачитывалась раньше. И это не все книги. Это «Маг полуночи», автор Дмитрий Емец. Вторая часть — «Третий всадник мрака», «Свиток желаний», «Месть валькирий», «Тайна магии депрессника», «Билет на лысую гору». Далее стоит трилогия Рэйчел Уорд «Числа». Первая часть — «Время бежать», «Бесконечность» и «Хаос». А также две книги Крисиды Коуэлл: «Как приручить дракона» и «Как стать пиратом». Еще раз пробежимся по этой полочке. И да, это были все мои книжные полки. Вот. Поэтому, да. Всем удачи и пока. Книжные полки, книжные полки. Ура! Вот так, знаете, как такие штучки есть. Ой, как же я вам о них сейчас всем расскажу-то.